А, и разумеется, шестерки. Шестерки работают на IOI, Innovative Online Industries. Удостоверение. Интервью вам не даю. Не даете интервью? Нет, прекрасно знаете. Кто спрашивает-то вообще? Не будете говорить фамилию? Я вам что, интервью должен давать, что ли? Я вам не попугай, чтобы повторять. Я не попугай, чтобы 10 раз повторяться. Ты незаконно понял? Мне приказали. Согласен с тобой. Мне приказали. Гоша хороший. Коля, попугай, поднимайся к вам. Понял. Давай, с собой трамвай! Это девушка! Кажется, это Артемида! Артемида? Потрошила шестерок? Я видел все ее прохождения, все ее стримы на Твиче! Это она! Точно она! Кто такие паразиты? Мы называем их шестерками, потому что таково правило корпорации. Никаких имен, только номера. Зачем вам моя фамилия? Номер? Знака. Говорите, диктуйте. Зачем мне его диктовать? У вас что, телефон плохо снимает? Значок где нагрудный? На мне значок нагрудный. Не надо снимать не нужно, пожалуйста. Почему? Потому что вы это будете выкладывать в сеть, а я вам запрещаю выкладывать в сеть. Ну и что? Удостоверение нельзя снимать. Так вы запретили. Теперь можно уже снимать. У меня вот есть номер, пожалуйста. Соберись, шестерка. На точку возрождения. Это вторая по величине корпорация в мире с претензией на первое место. Вот почему они бросили все силы на то, чтобы победить. Оттого избавляйся от этих шестерок, не избавляйся, и они уже под другим номером. И пытаются найти подсказки, чтобы решить его головоломку. Кто такие паразиты? Давайте скажем обратно. Есть создатель, который бескорыстно хочет подарить миру что-то прекрасное. А есть бизнесмены, которые желают ущерб всему, лишь для себя, извлечь выгоду. И это как на земле, так и на небесах. Если по-другому выразиться, это есть посредник. Как в небесах, так и на земле, в нашем многомерном мире есть создатели, а есть торгаши. Я не буду устанавливать правила. Шестерки знают все о том, что я говорю. Я придумываю миры. И они знают, к чему это ведет. Если ты создал что-то нужное и интересное множеству людей, ты обязан установить правила. Доказательством к этому служат их немногочисленные, менее 2%, комменты под роликами, об их якобы обидах и то, что они оскорблены. Шестерки твердят это по шаблону, как на протяжении всех трех веков. Фанат видит хейтера. Я знаю, что у вашего уха весь отдел аологии. Пью кол.